Я хочу сегодня здесь от имени нашего казахстанского народа выразить свое возмущение тем, что Кремль вчера предпринял открытое военное нападение на корабли Украины, тем самым развязал очередной военный конфликт. Нурсултан Назарбаев поддерживает политику Кремля, поддерживает вот эти военные взаимоотношения, которые не должны быть, и нас, казахстанцев, это возмущает. И мы хотим сказать, что в Казахстане огромное количество людей против войны, против того, чтобы поддерживали агрессора. И сегодня я хочу сказать, что теперь, когда открытое вторжение происходит, когда уже никто не стесняется своей агрессии, своей силы вражеской, нам, казахстанцам, нужно объединиться и сказать нет всем резолюциям, которые были подписаны в ООН в пользу Крыма. Нужно обязательно подписаться за эти резолюции, нужно обязательно поддержать народ Украины, поддержать крымско-татарский народ, поддержать в их борьбе за свободу, за права. И то, что сегодня происходит в Украине, это немыслимо. Я хочу сказать, что все казахстанцы должны присоединиться сегодня к этой акции, потому что сегодня это Украина, завтра это будет Казахстан. И такого не должно быть. Я призываю наших друзей за границей, за рубежом, все, кто могут выйти с подобными акциями, выйдите в поддержку Украины, сообщите свои, выразите свои слова, выразите свои стремления. То, что произошло сегодня ночью, это просто не укладывается в голове такие вещи. Это факт прямого агрессии против Украины. И я до глубины души возмущен этим процессом, то, что происходит. И выражаю поддержку, хочу выразить поддержку народу Украины, правительству Украины в нелегкой борьбе за права, за свободу Украины, независимость Украины. Благодарю так. Казахстанцы, я вас призываю развернуть акции в социальных сетях в поддержку украинского народа, в поддержку крымско-татарского народа, братского нам народа. Поднимайтесь. Пора уже остановить эту агрессию и не позволить Нурсултану Назарбаеву поддержать в очередной раз агрессию Путина против Украины.